Перед нами предстоит задача большая. Резать турки и сделать колбаску, домашняя колбаса. Я думаю, будет вкусно. Ножом тоже режет хорошо. Вот так примерно его резать надо, а потом будем молоть мясо. Дальше покажем рецепт. Колбаска идет. У нас рецепт перед глазами. Тут у нас масло, яички, 3 яичка ставим. Потом молочко. Черный перец. Соль. Паприка, и тут кориандр. Сейчас мы будем масло приготовить и будем дальше делать, но все рецепты будут в описании, там вниз все будет досконально. На этом вот это наш фарш. Если хотите, чтобы было еще меньше, то пропускайте через такую машинку, через блендер, чтобы еще мельче было, еще лучше будет. Будет еще намного профессиональнее, вкуснее. Приступаем дальше к работе. У нас фарш уже готовый. Мы тут масло залили, размешали. Сейчас вот один уже готовый. Вы можете его завязывать так, можете веревкой завязывать, как хотите. Вот примерно я показываю, как оно делается. Он такой вязкий. И на пленочку ставим пленочку и будем крутить. Так как шоколадку, как конфет.
Потом придавить немножко со всех сторон. Можно и так сделать. Чтоб... Главное, воздух, чтобы не был внутри. Воздух надо вынимать как-то. Можно с помощью иголки проколоть. Ничего страшного не будет. Примерно вот так. И завязывать. Это легко и просто. Стоит только захотеть. Так раз. И вот это два. Стягиваем как можно ближе. И шоколадка у нас готова. Можно еще проколоть, если хотите, чтобы оно немножко стянулось. И вот такие колбасики делайте. Потом будем варить. Вот как красиво смотрится. Нужно ставить в две пленки, чтобы было более уверенно, чтобы оно не лопнуло, чтобы не растекалось. Чем больше пленка, тем лучше оно. Safety. Прижимаете здесь и завязываем. Легко и просто. И экономно. Без никаких кейсов, без ничего. Если у вас ничего нету, а хочется колбасу домашнюю, можно легко придумать вот так. И на этом почти колбаска готовая. И вот у нас что получилось. 2, 4, 6 колбаски хорошие. Сейчас будем их варить, а потом покажем дальше. И посмотрим вместе, какой вкус будет. Посмотрим, что творится тут наши колбаски. Уже варится. Их надо варить 20 минут на медленном огне. Потом покажем дальше, что будет в конце. Колбаски наши варятся, уже почти готовые, уже 15 минут, еще 5 минут, и они будут готовы. Примерно так они выглядят. Колбаска уже готовая. Сейчас попробуем, скажем, какой вкус, что у нас получилось. Не зря ли работали. Тут у нас компотик клубничный. Так, сейчас будем попробовать резать. Ох, горячий. Горячий, горячий. Что-то не получается. Как его резать? Совсем горячий. Давай его вытащу вот так самое лучше. Где можно тут резать у тебя? Так, Азик, будешь кушать? Да. Давай сейчас попробуем. Поставим немножко барбекю сос. А ну, Азик, пробуй, как тебе колбаска? Вкусно, очень вкусно. Рекомендую тоже брать что-то остренькое. Оно вкуснее. Еще компотик домашний с
чем-то еще добавить. Блинчики, сыр. Вот это вкуснятина. Рекомендую делать, пробовать. Для детей это прекрасно. Но для взрослых неплохо, чтобы было каждый день. Не отказался бы. На этом все. Пока. Кто хочет, в описании все будет там написано. Рецепты. Пробуйте, делайте. Ставите жирный лайк. И до встречи.